Друзья, привет! Я Альбина, я блогер. Сейчас я нахожусь на Лубянке. В советское время это слово наводило такой страх, потому что здесь находится здание. Ранее оно было здание госбезопасности НКВД. Сейчас это ФСБ. Вот, это здание впереди. Во время советской власти здесь проводили пытки, есть внутренняя тюрьма, но это все в прошлом. Это здание вообще было построено в 1890 году и принадлежало страховому сообществу «Россия». А в 1918 году, когда случился переворот, революция, сюда въехали сотрудники НКВД. Ну а сейчас это Федеральная служба безопасности. Но речь пойдет сегодня не о нем. У нас же скоро Новый год, должно быть предновогоднее настроение. И сегодня я вам покажу центральный детский магазин «Детский мир», который славился и в советское время. Я помню, когда мне было лет 6, я с родителями приехала в Москву. Мы зашли вот в этот центральный магазин, все было красочно, красиво, столько игрушек. И мне, естественно, купили. Я так была рада, что вот сейчас мне 42, и я до сих пор помню. О, сирена. Наверное, везут в ФСБ. Сегодня в Москве минус 20 градусов, очень холодно. Вот я держу камеру, пальцы мерзнут, я мерзну. Но что делать для видео? Все для вас, мои дорогие подписчики. Вот еще раз показываю здание ФСБ, Большая Лубянка. И через дорогу сразу Детский мир. Здесь я хочу посетить смотровую площадку на крыше, музей детских игрушек старинных. Ну и посмотрим, как украсили магазин. Поехали! Все-таки дух советского времени сохранили, и это очень приятно. У меня, например, остались хорошие воспоминания от Советского Союза, от моего детства. Сразу же при входе вот такая красота. Дед Морозы, Санта-Клаусы, вот музыкальные шкатулки. Ну да, в советское время, конечно, таких не было. Цены, обратите внимание, вот 4800, это где-то 50-60 евро, 70 евро получается, ну красиво очень. О, а вот посмотрите, тоже как в советское время продавали мороженое, газированные напитки, тархун. Посмотрите. Елочные игрушки, смотрите, какие красивые и стильные. Тоже смахивают на советские. Ну, это, наверное, коллекционные какие-то, потому что цены не дешевые тоже. 4200, 3000 рублей. В евро это 40 евро, 30 евро, 50 евро есть. Ну, красота, конечно. Знаете, да, кто ввел празднование Нового года в России? Петр I. В декабре 1699 году он создал указ о праздновании Нового года, как в европейских странах. Также он ввел новую систему исчисления. Кафе «Аленка» тоже в советское время славилось. Посмотрите, здесь и шоколад, пирожные, кофе можно попить.
это самое сердце этого здания. Смотрите, какая елка. Внизу, вот, если увидели карусель, карусель была и в советское время. Здание само начали строить в 1953 году, а открытие уже было в 1957 году. Под станцией метро Дзержинская. В 90-м году эту станцию переименовали на Лубянка. Лубянка – это как что значило? Как лобное место. Вот сверху, видите, там часы механические. Как я читала, они одни из самых крупных часов в мире. С другой стороны, я вам еще раз покажу. Ой, какая елка красивая, не нагляжусь. Не знаю, как камера это все вам передает. Но красота. И вот, знаете, чувствуется советский дух. Получается, станция метро Лубянка, сразу не выходя на улицу, можно попасть в этот детский мир, универмаг. На первом этаже там вот карусель находится, магазины. Второй, третий этаж тоже магазины. Также здесь есть развлекательный детский центр, центр профессий детских, знаний. Много что. И кафешки, вот видите, на следующем этаже кафе «Шоколадница». Рекомендую. Ну и последний этаж – это кинотеатр, также фудкорт, очень много разных кафе, а на крыше смотровая площадка. Здесь также есть музей детства. Постараюсь тоже туда попасть, все вам показать. Вот впереди обратите внимание на механические часы. Они действительно большие. Вот какие интересные конструкторы продают, наподобие лего, да? Но лего ты просто что-то собираешь и все, а здесь прям вот чудеса света, статуя свободы, цены 10 тысяч, 19 тысяч, недешево, но развлекательно, я вам скажу. Вот с красной пылающей собор, Эйфелева башня, красота. Здесь еще отдельный магазин лего есть, большой, для детей. Вот там медведь из мультфильма «Маша и медведь». Пройдемся сейчас поближе. Для девочек. Красота. А вот в домике у медведя даже почта есть. Здесь также вот Китбург для детей, город, детский город. Там и развлекательные, можно и спортом позаниматься, и профессиями какими-то заняться, поучиться. В общем, для детей все, что возможно, сделали. Игровой автомат «Железная дорога». Поднялась выше на этаж и вижу здесь вот такой виртуальный ЗАГС. Аттракцион. Можно получить свидетельство, видимо, тоже такое развлекательное. И резиновые кольца. И совместное фото. Ну вот, после виртуального ЗАГСа можно и отметить, покушать. Смотрите, сколько здесь кафешек. Но я пойду в кафе «Грабли» попить кофе. Кафе «Грабли» всегда такой красочный, интересный интерьер. Когда я работала в Москве, в нашем бизнес-центре тоже было это кафе. Я всегда там обедала. Поэтому решила вспомнить. Зашла. Посмотрите, какая красота. Все подготовлено к Новому году. Здесь полчаса только можно сидеть и разглядывать интерьер.
друзья, здесь акция до Нового года. Покупаешь пирожные, кофе в подарок. Имейте в виду. Попью кофе и пойду на смотровую площадку. Взяла билет 120 рублей на музей детства, картинную галерею, смотровую площадку. Несколько лет назад это все было бесплатно. Я так поняла, что картинная галерея уже началась. Это картинная галерея юных художников школы акварели Сергея Андреяки. Посмотрите, как дети рисуют красиво. Захожу в музей детства. Здесь будут представлены игрушки советских времен. Вот если куклы. Мария, если ты смотришь видео, обрати внимание. Здесь куклы. Вот так вот в шкафчиках были размещены куклы в детском саду у меня. И каждый ребенок какую игрушку хотел, такую и брал. Здесь тоже все вот шкафчиком, да, такие вот и куклы были, такие медведи, Мишка косолапый, а шкафчики, по-моему, из Икеи. У меня такой тоже есть дома. Кукла Анютка. Кукла Женя. Я, например, свою куклу назвала Регина. Кукла-неваляшка, тоже помним. Для молодежи, те, кто сейчас помладше, может быть, и не знаю, ее вот так вот как бы немножко толкаешь, она туда-сюда двигается и звучит.
вот так вот Лубянка выглядела в советское время. Друзья, поднялась на крышу магазина детского мира, на смотровую площадку. Центр Москвы как на ладони. Вот там Красная площадь впереди, Кремль. Видите, да? Здание Белого дома, правительство тоже там, церковь. Красота. Вот Госдума здание. Все подсвечивает, все красиво так. А камера, наверное, это не передает. Рядом торговый центр Nautilus. Там вот танцы, аэробика, пробка. Как же в Москве без пробок? Хотя вот Собянин борется с пробками. Сколько станций метро новых ввел, сколько веток новых ввел. Ну, пока еще пробки есть. Красота. А это нам махает. Пока-пока. Спустилась на первый этаж, показать вам еще раз елку. И попрощаться. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Чус.